Сотрудники полиции пресекли работу незаконного игрового клуба в Хасавюрте. Организатор задержан. Как сообщили в пресс-службе МВД Республики, дагестанец незаконно организовал и проводил азартные игры с использованием сети интернет. Заведение работало в закрытом режиме с соблюдением всех мер безопасности. Посетители могли попасть на игру только по приглашению в программах, мессенджерах или через закрытые группы в соцсетях. В ходе мероприятий полицейские изъяли оборудование и денежные средства. Подозреваемого в организации клуба задержали и доставили в отдел.